колоссальную роль в твоем успехе, в твоей карьере, в твоем бизнесе, чем бы ты ни занимался, играет имидж. Есть пословица «по одежке встречаю». Она работала раньше, работает и сейчас. Поэтому обязательно ты должен уделить внимание своему имиджу, своему внешнему виду. Обрати внимание, когда ты выходишь утром из дома и смотришь в зеркало, если ты чувствуешь себя уверенно, ты видишь, что ты выглядишь на все 100, у тебя и настроение хорошее. Ты действуешь уверенно. Если ты посмотрел в зеркало и тебе что-то не нравится, ты становишься рассеянным, ты отвлекаешься на то, что в тебе что-то не так, соответственно, в тебе нет уверенности и у тебя нет результата. Если ты не уверен в себе, кто ж тебе поверит? Как ты можешь человеком вести успешные переговоры, если ты в себе не уверен, если ты рассеян? Важно на все 100 соответствовать имиджу. То есть в первой встрече из 10 баллов надо сразу взять все 10. Подготовься. Это касается и мужчин, это касается и женщин. Первое, на чем тебе нужно сосредоточиться, это на своем внешнем виде. Купи себе прекрасный костюм, следи за прической, следи за своим внешним видом. Имидж – это номер один при заключении сделки. Это номер один в твоей карьере и номер один вообще во всем бизнесе. Милые дамы, как вы себя чувствуете, когда хорошо выглядите? Уверенно. Если вы себя чувствуете уверенно, как вы действуете? Уверенно. Если вы действуете уверенно, что вы получаете? Результат. Ну а если вы получаете результат, то как вы себя чувствуете? Еще более уверенно. Колесо замыкается. Именно в этом и заключается имиджевая составляющая. Ты должен этому уделять первоначально самое главное внимание. Ты должен следить за собой, ты должен быть готов на все 100. Когда мы говорим «боевая раскраска», если вы хорошо выглядите, это касается, кстати, не только женщин и мужчин, значит, вы уверенно действуете. Значит, от вас веет уверенностью, вокруг вас царит уверенность. Всегда идут за вожаком, всегда идут за уверенным человеком. Поэтому ты получаешь результат. Это залог успеха. Это фундамент успеха. Это то, с чего ты должен начинать. Относитесь всегда очень серьезно к своему внешнему виду, к своему имиджу. Даже если вам плохо, выглядите успешно, несмотря ни на что. Тогда успех сам придет к вам. Инвестиции в свой внешний вид, инвестиции в свой имидж обязательны. Ни в коем случае нельзя думать о том, что я сначала заработаю денег, а потом пойду куплю себе костюм. Инвестиции в себя первоочередные. Изначально ты должен себе приобрести костюм, инвестировать в свой имидж, и только потом к тебе придет успех. Если ты не готов инвестировать в себя, значит, ты не уверен в себе, значит, ты не уверен в своем успехе. А если ты не уверен, кто же тебе поверит? Тогда и успех к тебе не придет. Первое – это инвестиции в себя. Вот с чего надо начинать любую карьеру. С этого надо начинать путь к успеху. С этого надо начинать любой бизнес. С этого надо начинать любой подъем. С инвестиций в себя, в свой имидж, в свой внешний вид. Сначала выглядеть надо на все 100. Никогда не откладывайте обучение на потом. Обучение – это самая главная инвестиция в себя. Обратите внимание, что профессионалы всегда готовятся, профессионалы всегда обучаются. Они постоянно расширяют свой кругозор. Ходите на тренинги, ходите на семинары. Общайтесь с профессионалами, с тренерами напрямую. У каждого из этих тренеров вы что-то возьмете. Тогда вы будете жить такой жизнью, какой сами захотите.